Доброе время суток, дамы и господа. Картина ТВ, вопросы и ответы. Я ее ведущий Юрий Тенман. Закончились Олимпийские игры, но это вовсе не значит, что мы с вами не будем встречаться. Я по-прежнему буду выходить в эфир для того, чтобы рассказать вам о наиболее интересных событиях не только в мире спорта, но и вообще, к которым имеет отношение непосредственно картина ТВ, для того, чтобы вы ничего интересного не пропустили. Итак, сегодня я хочу представить вам ответный матч Лиги чемпионов. Это квалификация, третий раунд. «Динамо Киев» отправляется в Глазго. Первую игру вы видели на прошлой неделе. К сожалению, там был сбой по техническим причинам самого канала, не зависящий от картины ТВ. Будем надеяться, что это был последний сбой, больше такого не повторится. Поэтому по каналу 2+2 игру можно было посмотреть не с первого тайма, а со второго. Но будем надеяться, что сейчас все будет хорошо. Игра состоится буквально через час. Сегодня, во вторник, смотрите по каналу 2+2 в папке «Украина». И смотрите либо в прямом эфире, либо в записи, все архивировано. Кстати, если вы хотите смотреть в прямом эфире, я очень быстро напомню вам, как сбросить задержку вещания в ноль, чтобы, как говорится, там судья свистнул, а у нас уже все побежали. Значит, давайте я расскажу. Вы должны нажать на кнопку «Домик» на пульте «Картина ТВ». Или если у вас старые модели приставки «Дюна», то вы должны нажать на кнопку «Топ-меню». Эти кнопки расположены абсолютно одинаковы под «Enter» с правой стороны сразу же. Вы увидите главное меню в виде квадратов. Переходите влево или вправо, это без разницы. И в центр, в белую рамочку, ставите квадрат, который называется «Настройки». Он будет подписан «Настройки» сразу, и на нем будут изображены три шестеренки. Вы давите «Enter», заходите внутрь. Там вы тоже увидите квадраты, и правый верхний квадрат будет белый квадрат «Картина ТВ». Смело заходите в него, давите «Enter». И вы идете в самый низ, и самая нижняя строка у вас будет «Дополнительные настройки». Когда вы нажмете на ней «Enter», у вас все функции в настройках активируются. Будет строка, на которой написано «Задержка вещания». Там выставлена та цифра, которая соответствует вашему региону часового пояса. Вы меняете эту цифру на цифру 0. Это очень просто сделать. Нажмете на Enter, вылетят цифры. Не пугайтесь, что там нет нуля. 0 вы обязательно найдете, он будет в самом низу, он не виден. Идите к нему вниз, и вы увидите 0. Выставите 0, нажмете Enter, и программа станет соответствовать прямому эфиру. Вы сможете смотреть матч вживую. Итак, смотрим «Динамо Киев», «Глазго». Желаем победы киевлянам, болеем за них. Интереснейший матч. Это третий раунд квалификации, победитель попадает в плей-офф. Кто будет в плей-оффе, пока непонятно. Я думаю, там будет жеребьевка. И останется всего один шаг до Лиги чемпионов. Но игра будет непростой. Глазго Рейнджерс – это не «Партизан». Итак, давайте смотреть. Всем приятного настроения. С вами был Юрий Тенман, «Картина ТВ», «Вопросы и ответы». До новых встреч!